Здравствуйте, с вами Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Сегодня я веду с вами разговор из штата Огайо, город Дейтон. Я нахожусь в фонде Кеттеринга. Это то, что в Америке называется think tank, мозговой центр, научно-исследовательский институт, который занимается интересными исследованиями. Это вопросы экономики, политики, демографии. Сюда приезжают люди со всего мира, и я сегодня здесь на конференции осуществляю синхронный перевод. И вот как раз по этой теме я получила вопрос от одной из подписчиц. Первое, что меня спрашивает подписчица моего видеоканала «Влиять на английский с Наташей Купер», как я стала синхронным переводчиком. Я в синхронном переводе, по-настоящему в синхронном переводе, уже, вы знаете, 30 лет. Я когда начала считать, сама поразилась. Кажется, только вчера все это начиналось. Я переводчик уже давно, а в начале 80-х годов я узнала о высших курсах синхронного перевода при ИНЯЗе, куда был очень строгий отбор. Принимали всего 12 человек. Желающих было много, были очень такие, знаете, жесткие требования. Экзамен надо было сдать, и направление с работы должно было быть. Очень много всего. И я вам должна сказать, что даже из тех, кого отобрали в эту группу, учились мы 2 года, все уже были переводчиками, уже все английский язык знали, и знали очень прилично. И, кстати, вот это вот понятие, когда меня спрашивают, за сколько можно выучить английский язык, то мой ответный вопрос сразу, а для какой цели вы его учите? Если вы хотите стать профессионалом, учить надо всю жизнь. Что я и делаю, потому что все время что-то новое в языке, тематика разная, переводишь, знаете, сегодня политику, завтра экономику, послезавтра какие-то военные темы, математика, взрывчатые вещества, биология, строительное дело. Переводчик должен очень много чего знать. Какие-то переводчики специализируются на определенных темах. Так что первое условие – это очень хорошо знать язык и постоянно над ним работать. Из 12 человек, которых отобрали в жестком конкурсе в группу синхронного перевода при ИНЯЗе, из 12 человек профессионально с синхронистами стали только 2. Из 12, которых отобрали и 2 года еще учили. То есть получение диплома и формального образования еще не означает, что человек будет работать по специальности, что он сумеет работать по специальности. Значит, что нужно? Как я решила, я всегда любила язык. Я переводила много лет. И мой интерес к английскому был еще с детства. Но тогда не было ни спецшкол. Ну, может, они где-то были, но я первые годы своей жизни росла с бабушкой в подмосковном городке Красково, по Казанской железной дороге, насколько я помню. Потом уже, когда я пошла в школу, в 5 класс, я переехала в Москву к родителям. Спецшкол не было, но бабушка моя и бабушка моей подружки объединились, наняли нам репетитора, который по учебнику спецшколы 1 класса, или там 3 класса какой-то был, нас с подружкой учил. 2 раза в неделю мы встречались. Я хочу, чтобы вы поняли, что синхронный переводчик, во-первых, это человек, который очень хорошо владеет английским. Во-вторых, это человек, который умеет быстро мыслить. Должна быть очень хорошая реакция у человека. Он должен научиться одновременно и слышать, и синтезировать, и переводить. Почему я говорю синтезировать? Потому что перевод пословный, вот слово услышал, слово перевел, слово услышал, слово перевел, это не перевод, это абракадабра. Мы так не мыслим. Искусство настоящего перевода заключается в том, чтобы взять мысль, изложенную на одном языке, и переложить ее на другой так, не обязательно используя пословно, дословный перевод, то есть отказавшись от дословного перевода, но не исказив его, и вызвать у человека, который слушает нас на другом языке, точно такие же эмоции, точно такие же мысли, которые бы у него возникли, если бы он слушал оригинал. Вот в этом искусство перевода. Поэтому надо очень хорошо владеть родным языком,
надо очень хорошо владеть иностранным, в данном случае английским языком, чтобы суметь переводить с одного на другой и обратно. И надо научиться еще очень специфическому навыку, умению слышать, слушать, быстро обдумывать. Поэтому почему я говорю, что вслух надо заниматься, чтобы все вылетало, чтобы вы не задумались, как еще фразу построить. Это должны быть наработанные штампы, их должно быть большое число. И одновременно говорить. Первое упражнение, которое я вам могу дать для желающих опробовать свои силы, будет на русском языке. Вам даже не нужен здесь английский. Проверьте, можете ли вы слышать и говорить одновременно. Включите программу новостей по телевизору, например. Сядьте перед телевизором и с отставанием. С отставанием, скажем, в полпредложения начните повторять то, что вы слышите. Я когда-то эти упражнения делала с программой «Время» в далекие годы. И я помню, моя дочь, которой было 4 или 5 лет, и начиналась программа «Время», она мне кричала: «Мама, мама, программа «Время» началась, иди скорее повторять». Я садилась перед телевизором, сначала программа шла полчаса, потом она стала идти, по-моему, 45 минут, потом она чуть ли не до часа выросла. И я сидела, слушала и повторяла. Все время повторяла вслух. Вот такой навык, вот вам одно упражнение. Ну, теперь, друзья, сколько надо учиться на синхрониста? Учиться надо всю жизнь, специализироваться и совершенствоваться надо всю жизнь, иначе ничего не получится. И самый главный, как я думаю, вопрос, который интересовал подписчицу моего канала, правда ли, что переводчикам за их труд платят огромные деньги? Друзья, понятие о деньгах очень относительное. Да, если посмотреть на день оплаты работы синхронного переводчика, опять же, зависит от организации, в которую вы, которая вас пригласила, зависит от вашей квалификации, от их бюджета. Кому-то может показаться, что это очень большие деньги. Но я вам хочу сказать, если вы это делаете ради денег, я вам не советую этим заниматься, потому что вы просто не выдержите. Это надо безумно любить, этим надо заниматься всю жизнь. И у переводчиков нет постоянного места работы, у синхронистов нет постоянного места работы фактически. Ну, может быть, ООН. Но сколько человек могут попасть в ООН? И, кстати, ООН по контракту, я работала в ООН на целом ряде мероприятий выездных. Я не помню, сколько там было, что-то порядка, я не знаю, $500 в день. Надо понимать, что такие работы бывают не так часто. Это не то, что вы работаете 22 дня в месяце. Это очень мало где бывает. А между работами вы должны жить на те деньги, которые вы зарабатываете. То есть имейте это в виду. Никогда, на мой взгляд, не надо за какой-то работой гнаться или выбирать какую-то карьеру только потому, что там хороший заработок. Потому мы не так долго, друзья, наша жизнь. Она не такая длинная, чтобы позволить себе заниматься нелюбимым делом. В Америке часто явление, когда люди идут во врачи, потому что семья настаивает в адвокаты. Люди этих специальностей, как говорят, зарабатывают большие деньги, как говорят, потому что если свою работу не любишь, ты не можешь заработать на ней большие деньги. Надо свое дело любить, понимать, что тебе интересно, представить, что я буду этим заниматься всю жизнь, я готов над собой расти, этим все время заниматься. И оправдано ли то и материальное, и эмоциональное вложение моих сил, моих затрат, и что я с этого буду иметь? Я люблю свою работу. Я ее любила всегда. Я всегда ее объединяла с преподаванием. Я всегда несла практические знания, которые я получала в своей работе, несла своим ученикам, что я продолжаю делать в виртуальной школе, где я учу английскому языку, навыкам коммуникации, личностному росту. И я люблю переводческую деятельность. У меня были годы, когда я продолжаю работать с Госдепартаментом США. И первые годы я выживала за счет работы с ними только, исключительно. Первые годы в Америке, когда я была в дороге, в полетах, 9 месяцев в году.
Это тоже очень-очень тяжело. И работа синхронного переводчика требует колоссальной концентрации, колоссальной отдачи. Поэтому этот труд хорошо оплачивается. Но не ждите, что, пройдя курс синхронного перевода, будучи даже очень хорошим переводчиком, вы моментально станете повсюду известны, вас везде будут приглашать, вы будете востребованы. Этого надо добиться, как в любой другой выбранной вами деятельности. Так что, друзья, ну, наверное, кого-то интересует, а какие же деньги платят за синхронный перевод? Все зависит от вашей квалификации, от бюджета организации, от страны, в которой вы находитесь. У меня бывали и работы, где я получала до 2000 долларов в день. Но я работала 2-3 дня. Ради денег на это идти не надо. Вот мой вам совет. А для тех, кто по-настоящему горит этим делом, страстно хочет переводить, потому что это на самом деле, если ты любишь, это очень интересно. Новые мысли, новые идеи, интересные люди. Не все из них хорошо умеют говорить. Это тоже еще один навык. Как научиться понимать людей, которые плохо говорят на своем родном языке. А если он не родной, так тем более. Ну, так что вот так, если вас действительно это интересует, и вы уже переводчик, пишите мне, я такие просьбы получаю периодически. Если наберется группа, может быть, открою заочный класс и научу вас приемам, наработкам синхронного перевода. Ну, а всех остальных приглашаю подписаться на канал «Влиять на английский с Наташей Купер». И совершенствовать свой английский – это первое, с чего надо начать. И для вас, я знаю, английский – это не самоцель, это достижение цели. Какую цель вы преследуете в своей жизни, чем вы хотите овладеть, чему вы хотите учиться, какую информацию вы хотите получать. Английский язык для вас – средство, средство общения, средство для кого-то устройства своей жизни, устройство на работу – и так далее. Ну, в общем, давайте все, пока. Я снова возвращаюсь на конференцию. И до следующего видео. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский».